ты еще про машину рассказывал, там про премьеру, мотоцикл, ранчер. Я не отошел. Я уходил. Hello. И тут парни, кто в патруле сейчас? Адам 2, вы здесь? Мы уже закончили. Закончили. Давайте, берите маркировку Адам 1 и подгоните машину к 10.20, получается, мост Гарвера, ну, под мостом Гарвера, недалеко от департамента СФ, сейчас задержание будет приступить. Квадратик. Джеймс. Тварь-то. О, Рико Родригес пришел. Где еще один напарник, Ян? Он хавать пошел. Ну ладно, поедем без него. Чисто Рик приехал докапываться. Чё, куда ехать, я чё-то не понял. Бля, под мост. Какой мост? Джеймс тут? Да,
Варни, вот он недалеко. Вы куда поехали? Я вон стою. Назад, назад, назад. Вон я стою с этим. Я крыс не вижу. А, я ж маски, блядь, там СФПД машина стоит. Блядь, ну ай, парни, я не могу просто их. А, вижу твою машину, блин. Он так этим козлом и надо. Что делать? Что делать с ним? Куда он сопротивляет? А чего у него оружие? Надо бить его. Отойдите от него на расстоянии, держитесь, уйдите за машину оружие вытащите. Буликова Саки. Скажи ему, чтобы дропнул оружие. Меня просто так задержали. А что он сделал-то? Он стрелял, где не за территорию. А, нормально. А кто на Маверике? А, Николас. Пусть оружие дропает на землю. Через дропган. Да что он делает? Нельзя так. Его уже давно стреляли. США за это. Так мы все в той веранде. Я имею право. Можно ему пулю в лоб дать. Я тебя такое сопротивление не подчинение. Не подчинение 5-1. Да, подчинение. А что? Сопротивление? Это вроде бы 1-1-2. Да, где-то так. Из первой главы. Блядь, куда он чё уходит? Блядь, ну куда он? 1-1, а, нет, стой. Целеубийство? Да, целеубийство это... Это 1.2.1. Это госу. А если гражданское 1-2? 1-2-1. Давайте через комхак буду смотреть. Нужно первичный обыск провести. Приехал, командир. Оружие все вниз спустили. Машину поставили так, чтобы капот был направлен на уровень воды. Короче, по поводу всей этой ситуации, вот, разобрались. Десадовик не прав, мы молодцы, ВМФ немного не прав. Мне тут уже угрожают. А кто там сидит, смотрит? На доме. Опа, какая статья? Один ты что? Нападение на гражданское? То есть убийство 1-2. 2-1 на госпиталь. 1-2. На гражданское. 1-2, да?
Это нападение на гражданское лицо. На гражданского 1-2, на гостя. А если на гостя 1-2-1. Ой, 1-2-1. Ёж, по идее, это просто надо еще проводить. Возьмите все оружие и пропишите о ним 30... Ой, это не 32, ща. Вот встаньте в стойку АК-89-ID. 89-й. Я хочу заскринить, это прикольно. Вот как, кто еще правее? О, да-да-да, сейчас скрин сделаем. Потом Джеймсу скину в ЛС. Вообще прикольно. Заспаунилось. У нас еще осталось. Вояку грузите машину, остальных я на вертолете, если что, если там куда-то нужно быть. Короче, Влад, мне тут угрожают. И угрожают из армии СТФ. Видимо, они попутали меня с этим, с ПДшником. Это не их территория, если что. Александр Мариарти, какой-то военнослужащий из армии СТФ, который мне угрожает. Говорит, мы просто так вяжем их сотрудников. Он бы мне еще что-нибудь сказал, но у него деньги закончились на телефоне. Ой, скорее бы ФБР уйти. Тут просто вот всех наказывают и все.
Игл. Красиво. И столько скринов понаделал, пипец. Та самая лекция, про которую я говорил. В натуре. Шинкс, отойди. А мне нельзя пройти, да? Тебе только НФП? Чисто, я без одежды. Только в НФП? Знаю. Что это такое НФП? Ну, в кармане. В смысле? Кто вообще говорит? Брекс? Да. Ну так тебе НФП, ты лекции ж прослушал. Лекции ты прослушал, тебе осталось начальная физическая подготовка пройти и все. Ну да. Ты же там говорил построение. Пробежку препятствий там.
Короче, тебе скину скрины, понаделываю. Так, 10.46 провел первичный обыск, а 10.46 провожу вторичный обыск. Сядьте в машину, сядьте в машину. А Ян сидит. А в другую. Влад, почему мы задерживаем? А, так он стрелял вне территории по гражданскому. Понимаю. Это инициация от кого? От нас или от ЛСПД? Задержание? Не понял. Кто начал задерживать его? Ну, я начал задерживать. Понял. У вас скажи, нет права он задерживать он? Меня. Скажи, чисто. В чем он обвинялся? Николас чисто отдыхает. А, поебать вообще. Как же он нам гашит? Он уже второй раз ставит звездочку в рп-чат. Да он лучше писал товарищ кто-то там. Ну, типа Т точка и название ранга. Тоже само по себе МГ. И это тоже. А, у него лицензии даже на оружие нету? Или только по себе? Ну, по себе. Он какой-то Марио ходит. Столб бьет. Парни. Так, получается оружие в открытую, да? Что еще раз? Два 12 в открытом виде. Оружие. Ой, да как.
Jesus, Rovia. МЦЛС, продажа наркотиков. Эрик уже унес коробку. Да ладно, забей. Там две стояло. Ну так а зачем вы ее уносите, алло, я же не говорю. Он сразу две вынес. Ну так кто будет? Одна для вас пойдет. Вы вдвоем стоите, подойдите, она коробку вот тут стоит. Шо ты, блядь? Коробку отыграл. Офицеры коробку Эрик, отыграй, вот этому уже. Да все забей, этого никто не видел. Могу даже так-то откатить, если хочешь. Откати то, что ты сделал, типа, еще раз. Господи, Ботов приехал. Ой, ты пипил. Нормально, много человек телефон взял и базарит. Алло, да, 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 алло, да, 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 просто так полезали. Стояли на посту на военной базе. Здорово! Ян, вылези с руля. Или нет, не надо. Все, я его посидел. Вы коробку положили, нет? Воль их. Сейчас положу. А он что, Рику звонит или что? А, сейчас, да. Как раз мы сейчас можем Рику позвонить, чтобы уволить. Куда? Откуда? Допрос. Давайте я к вам сяду. Не, на другое. Еще два места свободно. Пропустить его. И что-то застрял.
Да он все равно ТП целует. Пожаловался правый, значит. Так это он и был. Тот генерал, типа. А Виктор тот? Он чё, оф? Да. А, он офнулся, лол. В смысле, нет. Нет. А чё, я вижу значок его. Вон, на карте я вижу какой-то... Нет, 298. Тёмненький значок. Вот он стоит. А ты хотя бы фрапсишь? Зайдите кто-нибудь один, стойте дверь, чтоб он не выбежал. Вот кто забежал, дверь закроется и стой возле двери. И возьми дубинку, если побежит он. Тебя не Коля заглушили за авто? Что? Коля. Ну, за авто. Коля, ты тут? Он микро выключил. Ну, микро, ну не наушники же. Угу. В смысле? Я вообще в фоке стою. Он походу айдишником ошибся. Ну сейчас будет снимать. Пиши ЖБ сразу. Да не, просто в репорт написать. Он... Поищет, чтоб сняли. Чё там? Какой авто, блядь? Вы получили бан чата. Понимаю. Я написал, что типа админ ошибся, иди. Всего-то полтора часа. Дурак, ой, дурак. Ты писал в чат до этого или что-нибудь, нет, Коля? Да не писал я ничего, что ты? Я вообще в ВК стоял. Так в репорт напиши, зачем выдали, типа. Либо за скрин это и жалобу. Ну, да. Чё, за скрин? Да, вот за скрин и отправь жалобу. Пусть он предоставит опору, где ты его кто-то. Ты заскринил? Коль. Я заскринил, да. Да. Да, жалобы толку нет. Когда ее проверят, тебя уже мут спадет. Ну, жалобу только завтра раздам. Компенсацию заплатить. Понимаю. О, Дональд.
значит, они репорт вообще не чекают. Ты можешь его в Дискорд написать, если он сидит? Вы можете свои купли-продажи в бачате в другом месте обсуждать? Шинкс, Эрик, Ян, покиньте даже вот эту комнату. Потому что вы тут просто создаете этот... Коля, ты мой? Коля, тоже выйди оттуда на всякий случай. Просто... Ну что там сейчас будет происходить? Не знаю, сейчас это дал. Дональд, выйди тоже отсюда. Его нету тут, слава. Откройте мне дверь. О, всё открыл. Тоже бугается дверь, да? Бывает. Короче, ответили, что он передал репорт администратору. Что, я писал им в репорт? Нет, я написал. Что ты типа в ВК стоял и ничего даже в репорт не писал. Как я тебе отвечу, если у меня бан чат? Я даже в ней ничего не смогу ФБР? ФБР стоит в форме СФАД, да? Марка Исланд. Марка Исланд? Какая у... Это Алекс, что ли? Скорее всего, Алекс. Фому свою взял и прошлый не снимал. От Марка Монтелла. Можно ЧС пойти. Да, поехали. Открой.
Маску надень. Мне тут с рулетки кое-что запрятано. Все, дальше там. Такой. Говорит. Тихо. У меня. Помогай. Где? На мосту? А, не добираюсь до моста. Под мостом прямо стою. Вижу. Вот с той стороны, куда я целюсь. Наверное, да, я вижу. Подниматься. Он офнулся. Понял. Джеймс. У нас еще какие курсы будут продолжаться сейчас? Да, вам надо третий курс провести как минимум. На базе есть кто-то из наших? На базе я не вижу никого. Только вояки. Депор все опять. Я бы даже разговаривать не хочу. А чё по мне повелитель стреляет? Где? А что здесь вообще правительство делает? Нормально. Тупо вояка. Расстрелял этого челика из правительства Виктора и меня тоже.